Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть за вора. Вора. Или как правильно? Какой-то тиф, или как правильно? Не знаю, английский, поэтому будет тиф. Совет, не трогайте силы зря. Не тратите силы зря, если у вас чего-то там. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ага. Припасы, подождите. Еда. Охотничья стрела. Так. Это так, это мое что-то. Это я у себя в хате. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Новый документ. Так, звезда Алейла. Так, на этой неделе знаменитое ожерелье звезда Алейла было помещено в хранилище первого банка до установления его нового владельца. Как мы уже писали в этом месяце, леди, так, ужасное ожерелье уничтожено. Так, ну понятно. В банке, в общем. Ну, тут какие-то, как понимаю, тут для миссии нужны. А как я сюда попал? Я уже не помню даже. Или это просто сохраняешься, и тебя сразу же здесь выносят. Уникальная добыча. У меня только одно пока. Тут у меня, ага, что-то наворовано должно быть. Ну это где-то я был, да. Ну давай, Гара, тень. Хроники Сиалы. Дженнифер. Дженнифер? Что случилось? Спички, что ли? Ты где, черт возьми? Зайди ко мне, когда вернешься. Б. Глаза разные. Цветом. Вы хотите праздновать? Нет, подожди. Я сначала хочу посмотреть здесь. Хотя что, мне тут все вроде бы. Да. Отправляемся. Совет, поджигайте масляные подтеки, чтобы отвлекать врагов. Но эта игра может оказаться смертельной. Ага, масляные подтеки можно какие-то поджигать. Опять же, тратить что-то надо. Совет, чтобы рассмотреть что-либо поближе, нажмите U. Ага. Все понятно. У Эктора бывают интересные поручения. Посетите его. Это простая простуда, сэр, я уверен. Это не марак. Или мрак. Через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барона. Ну так, уже что-то делят. А что это такое? Так, это мой дом, да? Что такое? А, ну вот башня моя, мое убежище. Прошу не путать с уебищем.
Так, стрелы можно использовать, чтобы ломать шкифы на расстоянии. Ну давай. Так, 10. Хуже всех, знаю. Так. He wanted to improve things. Aye, he's so proud of his improvements that him and his firm hand haven't crossed the river in a year. Like I said, worst of the lot. Night's going on forever. Вот так. Блин, здесь еще замок. Стоять. Открываем. Wonder what pulling a death card pays. Опс. Так. Где-то что-то срабатывает. Ага. Вон оно что, Михалыч. Так. Вот и, кстати, раньше я в этом городе хорошо ориентировался. Сейчас даже не знаю, куда мне. Ну ладно, давайте пойдем по миссии. Хотя надо собирать вещи. Твою мать! Он, оказывается, еще и не прыгает так далеко. Концентрация позволит вам взламывать замки быстрее. Господи, давно это слышали. Теперь-то мы знаем уже точно. Давай. Давай, давай. Что говоришь, взламывать быстрее поможет? Все. Заходим. Берем. Стесняться не надо. Все. Ten North Crest. Идем назад. And
This one's the worst of the lot. You can't blame him for the gloom. Oh. How about that his watch? Такс. Таблички, да, читать можно? Такс. А, нужен гаечный ключ. Так, мы с Тамарой ходим парой. What's happened to this place? И самое что. У меня где-то тут был бутыль. Так, а как мне слезть? Вот так. Так, там тоже нужен гаечный ключ. А куда мне надо? Зайдем. Давай, давай. Так, сначала шкафчики. Нож для бумаг. Так, какой-то документ. Улицы оглашаются криками стражников. Отважно сдержим. Блокада. Блокада нужна для защиты наших дорогих граждан. Ага, два раза. Так, стражник, так, вкратце, склад оружия перемещен в черный переулок, опись, осмотр оружия произведены стражниками. Это тут документы какие-то не те. Хищник. А как? Ну ладно. Открываем. I'm freezing. Тихо, тихо. Где ты? Так. Ну.
Вот так. Night's going on forever. Какой-то документ опять. Касаемо докладов своих шарлатанов об эпидемии мрака. Предделать свой отчет руководству следующие соображения. Тут, короче, какая-то это. Фишка какая-то у них. You know what I miss? The sound of horse hooves. Now you're talking. It's been months since I've had a bowl of horse hooves. Так, так, так. Hey, what was that? Could be trouble. Best check it out. Да подожди. На. Мы сейчас все здесь возьмем. Блин, таблички надо будет потом подкрутить. Где-то тут ключ, да, потом будет. Ладно, пошли, да? Alright, so he's not there. Don't get discouraged. We'll get him. It's only a matter of time, Blackhand. Они меня здесь так и будут искать. There's no one here. I will not be made a fool tonight. Stay focused. Так. Где я здесь на вас напоролся? На. Вот так.
То, что у вас есть, я все возьму себе. А теперь посмотрим, что вы там патрулировали. His bread was stale, but at least it was bread. Didn't you know? He was hanged for graven crimes or some such. You ask me. Who's behind on paying a special? Нужен гаечный ключ. Так. Ну потом сейчас гаечный ключ приобретем. Так, что мы ищем? Опа. Блин, так по мелочи и будем, да? Инакать. Кстати, у меня... Понятно. Так, где у меня? Так, а где у меня настройки? Так, давайте посмотрим, что у меня там. Я уже забыл даже управление-то у себя. Настройка клавиатуры. Так, лезть, прыгать, пригнуться. Взаимодействовать, концентрация. Так, это стрелять из лука, бросать, ударить. Это мы знаем, уклоняться. Оглушить. Отменить действие. Так, масштаб наблюдать. Открыть мини-карту. Охотничья стрела. Так, водяная, удушающая стрела. Открыть журнал F1, использовать предмет H, использовать маковый G. Ну, даже не знаю. Где у меня трофеи? Документы. Карта. Так, понятно. Это спрятаться. Что-то блестит. Давай, вскрываем. Вскрываем замок. Тихо. Открываем. Темно же, ни хрена не видно. Понятненько, больше там ничего нету. Свет погасили. Зажгите свет в моем окне. Ну, уже просто как. I told you before, you can't come back here. Please, I've nowhere else to go. Nowhere? What? Have the watch put the cross on your door? Yes, and I ain't a gloomer. No use telling them, they don't care. Вот так вот, это где-то здесь?
Так, ладно. Так, стражники валяются, все правильно, так и должно быть. Где-то бутыль была. Карта? Нет, карта. Так, это что? Отслеживать цель. Идите к входу в банк. Ну, можно, по идее, можно. Давайте посмотрим, что нам банк принесет. Еще какой-то человечек. Ты что делаешь? Зачем мне его оглушать-то? Переулок. Тёмненький. Зачем он мне нужен? Не знаю. Это что, магазин? Мастерская какая-то. Ну давай совет. Канатные стрелы позволяют подняться. Смотрим. Механический человек готов после многих месяцев. Ну он же делает что-то, ну все правильно, значит. Мистер, так, доктор, ты ходишь по тонкому льду. Я не буду помогать тебе. Так. Do you mind? I can't work with people looking over my shoulder. Так, в это трудно поверить. Так, с чего механик назвать, что тебя главный по нашему проекту, прости за прямоту, этому не бывать. Что? Кстати. Здание. Оно откроется только после того, когда мы что-то насобираем. Ну давайте посмотрим, что вообще нам предлагают. Эктор, I presume. Так, Эктор, я полагаю. Это ты, мастер вор? А кто твой друг? Это мой металлический человек, труд моей жизни, сложность часовой механизм, он мог бы Город принести мне заслуженную славу, если бы не барон. Проклятый дурак, он стал нетерпеливым, приказал уничтожить проект, но я не мог разобрать моего металлического человека.
Работа, это что тебе нужно? Мой друг почти завершен. Беда в том, что меня предали те подонки, которые я нанял себе в помощник, и один завистливый болван уже украл механическую руку. А ты хочешь ее вернуть? Именно. Альфонсо, похожий на хорька, портной спрятал ее в лавке в Стоунмаркете. Верни мне устройство, я тебе заплачу. О, принять. Прекрасно, мы еще соберем металлического человека. Ателье Альфон находится так. Это хорек наверняка спрятал руку у себя в лавке. Ну вот видите, какое-то задание даже взял. Да, мы хотим вернуться в район. Брошенный стакан или бутылка отлично отвлекает внимание. Ну да. I'll play along, at least until I've been paid. Так, ну куда бы мне? Опс. Так. Как-то у них, блядь, настроено. Не так, как... Как у людей. Опс. Поднялся наверх. А, говорю же, все-таки что-то блестит. Так. Это походу-то оттуда надо, вон. Staying at a sack house off Morningside. That place is full of beggars and dead, like the rest of Stone Market. Strangest thing though, when the wind changes, it's like it's snowing. Ashes. А как мне туда попасть? Опс, вот так. For his family, a real man wouldn't let us starve. Oh, and what would you have me do? The Baron's watch is hiring. They must pay better than begging on the street. Я сюда рановато пошел. Just great. All I have to give up is my common decency. Нужен гаечный ключ. Нужен гаечный ключ. Давайте. Идите сохранять. Ждите, идет сохранение. Нет, ну давай. Совет, осматривайте нижние полки, картины, стены. Никогда не знаешь, что можно обнаружить. Ну это мы Фонсо точно знаем, да. Ручная работа, так. According to Hector, this is where I'll find the hand to scratch his back. Shove off, Redbag! This is a private party. You're still here in three seconds. You're spending the night with the eels. One. Night's going on forever. Это типа стражники, что ли? Anybody here? Don't drag this out. Опс. Huh?
Только у того-то были деньги, нет? Давай посмотрим. Ни хрена-то у него не было. Ладно. Здесь есть. I asked the Eelbiters for clothing, not putrid rags. What are those stains anyway? Even the tailors found a way to milk the gold for a profit. Способ получить доход от мрах. The fabric's rancid. I won't give you a single coin. Fine. We'll toss your place for valuables. Wait, wait. Подожди, подожди, чего ждать-то? Кого угодить? Опа-на. Документ по рукам. Так, мои угриеды будут доставлять тебе ткани дважды в неделю. Контракт с угриедами. Who's hiding in the dark? Wasn't anything, I guess. Too bad. Ну так кнопка вот один раз. Не на ту кнопку нажал и все. Someone moving out there. Берем. А, нужна бритва. Так. Открываем. I'll take this. Это я возьму. А, ну потом журнал откроем, посмотрим, что такое. Письмо. Прошу прощения за так письмо механик Альф. Мне пришлось скрываться из-за конфликта с бароном. Сейчас так, пожалуйста, станьте пока руку себе. Так он, получается, сам руку, что ли, отдал. Все берем. Спускаться мы пока не будем.
Ага, я должен был тут бегать, короче, получается. Ладно. Ой. Ну давайте сохраню игру. Да. А если я в человека, кстати, брошу, вырубит его? Stitcher working on down here. Big safe for a rag stitcher. Wonder what he's hiding in there. What? Ну давай еще разок. На. Так. Понятно. Все возьмем. Это в стирку. Вот так. Открываем. Рука? Рука. Sorry, Afonso. This hand is modeled. О, трофей. Документы. Трофей. Наставление. Так, какие-то. А, вот, что взял. Старая, странная леди, старая. Оковы. Уникальная добыча. Ну и рука. That's last glove. На. Взял. Так, документ. А, поместье. Это просто не недоплата. Ага, клиент скончался. Я потом приду, еще картину у тебя вырежу. Вроде столько ножей, ножницы, как-то нужен бритвенный станок какой-то нахрен, чтобы картину забрать. Сзади у меня ничего нету. Что еще есть? Блин, за какие-то копейки тут. Все по мелочам как-то работает. Мелко. Блин, еще одна стрела даже осталась. Так, с него я ничего не поимею.
чуть не оставил серьги. Ну, если что, сюда с бритой потом надо будет наведаться. Ага, вот оно что, стекло-то разбитое. Так. Да-да-да. Быть невидимкой права. Ой, я не собирался. Карманных краш. А что, надо было еще что-то сделать? Испытания? Да нахрен они не нужны. Убить, оглушить. Одного готово, так украсть все. Это вот картину вот осталось. Какая-нибудь тоже поди там. Очень нужно. Совет, не устраивать эти версии слишком близко к врагам, или они поднимут тревогу. Все так. Нет, это что за документ? Не пытайтесь избегать меня, Молли, я дал тебе взаимно так месяц назад. Пора бы уже честь, значит, жду тебя на старом месте. Night's going on forever. Открываем. Чего? Энергия, концентрация. Так, нажмите, чтобы съесть маковый цветок и восстановить часть концентрации. Нужна бритва опять. Понятно. Ладно, сюда с бритвой надо идти. Заказ клиента, ограбление банка. А что надо взять-то там? Это нам еще рано. А что, это последнее сохранение у меня? Проникните в банк. Machines don't distract as easily as people. I should be careful. It smells terrible around here. Ooh.
Я-то не Бэтмен. Хотя именно посюда вот. И надо, чтобы незаметно. Блин. Да, охренеть. Выбрать сохранение. Давай последнее. Угу. Это видеокамера. Со спины к нему не подкрасться. Well, this beats being on the rake. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, ну ладно. Тоже гаечный ключ, поди надо было здесь. Так, документ. Так, неподвижно лежал у их ног, вряд ли у него стало золотишко. Много слишком света тут. Да, как я и говорил, он гаечный ключ, чтобы от них нормально бегать. Надо утащить его. Да где ты? Вон ты с голубями разговариваешь. Откройте хранилище.
Get. Coward! Here we go! Так. You won't escape! What? Ну-ка. А вы в шкаф-то заглядывать вообще нет? I'll find you, bastard! Hiding is only making me angry. Hey! Еще один. Охренеть! Так. Где-то кто-то что-то видит меня, да? What's happened to this place? I found a scrap of paper with some numbers. Вон они. I think it might be the vault combination. It must be. I hope you didn't just leave it anywhere. Of course not. Конечно, я убрал в один шкаф. Which one? Какой? Can't remember. Не помню, я записал его номер, он в кармане. You should tell Mrs. Сообщить мисс... Она отвечает за сейфы. Freezing. Так, новый документ. Какой? Откройте хранилище. Документы. Номер шкафчика. Не забудьте, возможные комбинации шифра находятся в ячейке номер 7. Хотелось как лучше. Я бы еще на карте бы вас видел бы. Can't find anyone. Stay alert. A lot of rich pockets here tonight. Так. I need to rest. Hey, did I see someone? Found you. На. Here we go. I'm in. Ну ни хрена ты прыгнул-то. Последнее сохранение.
won't get me! You there! Stop! Night's going on forever. Okay. Вот так. I'm getting sick, I know it. Из-за ножичка какого-то. Документ. Механические глаза, они все время поднимают ложную тревогу. Эти штуковины поступают к нам прямиком из крепости. Я не умею их настраивать. Пока что просто... Ага. Они еще, значит, барахлят. Вот так. Теперь вот этого ограбим. Взяли документ. Так, выругался, выбежал из лавки, устроился за ним. Так, не прыгнул, обратившись от отверстия, они сидели в подвале с низким потолком, переведя дыхание. Вообще карта-то есть, куда надо? Скрываем. Так. Еще чуть-чуть. Все, открываем. Нет. Почти. Ни хрена, что пустые это все. Могли бы что-то ценное положить. Так, документ. Этот банк, а не мавзолей, сын, так, имея. В море сведет, избавь меня от этих страданий, выше прах, так. Еще конверт. Так, новый официальный код доступа к хранилищу 682. В случае смены кода уведомите нас.
What's happened to this place? Мне как-то вниз надо, да? Откуда они прибегают? Feels like A. No. Yeah. Что тут есть? Так, ты что, починил второй? Наборный диск хранилища, как вы просили, сменил с 8 на 3. Так. 6-3-2 получается тогда. Можно было вот погашен ключ. Крадись тут. Так, отложил сверло, стараясь не заметить боль. Так, все готово. Он прислонился к сейфу, прижался щекой к железной дверце. Блин, это с той стороны только можно взять. Ой, а я здесь топчусь, бегаю. Где-то тут. Видите, как письма бывают полезны. Я понимаю, насколько необычна моя просьба, но, как вы знаете, мой отец очень любил свой банк. Пожалуйста, найдите подходящее место, где дайте нам знать. Так. Сюда. По карте сюда куда-то. А вот нечего пить на работе. Ручная работа, конечно. Тихо.
Не вижу. О, где-то тут. Давай, давай, давай. И еще чуть-чуть. Блин. Стой, где-то тут вот. Давай. Что-то понять не могу. Вот так. Господи, тут еще целое. Так. Ну давай. Еще. Ага, вон это что, вон оно что, Михалыч. Тебя как-то вырубить можно? Нужны кусачки. Мне нужна ячейка номер 7, по-моему, да? Или что, это так бонус такой просто? Раз уж граблю, так... Ну давай. Так. И вот так. Открыли. Надо как-то открываю. Жопа шла. Деньги, дреби деньги. Делай деньги. А остальное все дребеди день. Открыли, забрали. Мать его. Давай. Нечто хорошее давайте.
There are a few things left to savor in this city. Like the smell of a newly opened vault. Да подождите вы, блин. Так, чтобы рассмотреть что-либо поближе. Ну, я вас уже обшаривал, блин, заново обшарить. Где-то что было там. Если у меня нет кусача, как я мог сюда вообще попасть тогда? Если без куся, без кусачек здесь. Ага. Его вот так вот жизнь ворота оказывается не такая уж и простая. Последняя цифра не читается. Записка с шифром. Викс один диск опять капризничает, почини уже наконец. There are a few things left to savor in this city, like the smell of a newly opened vault. Запах скрытого сейфа. Так, что у нас? Шесть, три. Два. Good job, no one memorized this thing. Открыл, открыл. Мать его, и это еще не все. Как бы мне забрать леди? Ага, газ. Понял. Нельзя попадаться. В
There are a few things left to savor in this city. А я не сохранился, да? Like the smell of a newly opened vault. 6-3-2. Good job, no one memorized this thing. Давай, крути, 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 крути. Вот сейчас надо сохраниться тогда. И смотреть, как... Now to make a little withdrawal from Lady Hudnall's accounts. Ну, минутку. Так, берем, читаем. Что тут? Так, сэр, я протестую, если бы об этом станет известно широкой публике. Понятно. Поручительство какое-то. Господи, ты от концентрации вообще пользуюсь такой, которую там описано. Так, аудитор, так, ревизия, проверка, так. Так, у нас чрезвычайно важно, что так, внести, понятно. Это для какой-то истории нужно, да? А, точно такой же. Итак. Сохранение. Так.
подальше. Так. Ага. Это чтобы стражники, да, меня не могли поймать или чего? Оп, поймал. Что берем? Я без инструментов хожу нахрен, это как что-то. Да, твою мать. Станет на место. Понятненько, как тут надо делать-то. Он неправильно. Неправильно. Poor old lady Hudnall. Вот это. Что это звезда? Now me. Что-то не так, да?
poor old Lady Hudnall. First the fire, now me. Вот так. Сейчас бы побежал бы и попался бы. Выходим. Бегите из банка. Трофеи. Добыча из банка. Звезда, так и жерель, созданный искусственным типом, мастером один, только центральный камень стоит больше, чем большинство людей увидели за всю свою жизнь. Я бы еще знал бы, где здесь выход. Ну чё? Scared, are you? Не слышу. Probably ran for it. He's not here. Его здесь нет. Да иди ты нахрен, блин. Ой-ой-ой-ой. Я найду тебя. Иди. Ищи.
Вперед, удачи тебе. Конечно, выйти. Заказ выполнен. Так, без повреждений, провал. Оглушение сверху. Ну это украсть все. Да, там что-то я не забрал еще. Статистика. 34 минуты ушло. Не, продолжит. Поджигайте масляные подтеки. Да, это мы уже слышали. Это мы видели. А как мне к механику-то к этому прийти-то, блядь? Из района-то есть выход? We ever see each other as the gallows. Блять. Опа, ни хрена себе как. Рок Стив. Ты не допрыгнешь. Где тут выход-то? Вот. Наконец-то. Давай балку-то убирай. Тяжеловатенько. Идем к нему. I'm a busy man, but I'll make time for you. It's done. Here's your friend's hand. Ah, fantastic. Here's your payment, Master Thief. You've earned it. Ты его заслужил, конечно. I'll have another task for you. I'll need you later. For now, please leave me to my work. Ну ладно. Так, тут дня-то не существует, всегда мрак и сумрак, что ли, или как? Стража. Hurts. Why'd you join the watch? To keep the city safe and all that sloop. What's your excuse? I didn't like the idea of starving to death. Да. Мне сюда куда-то надо. О, лавка. Избегайте.
открытых ловушек. Давайте смотрим. Ростовщик какой-то. I would have went for the pickle jar, Basso, a lot more weight. Выбрал бы что-нибудь тяжелее огурца, да? Гаррет, чё? Shit. I see you still can't work a door. You don't come to see me, you don't write. Вообще-то через дверь зашёл. I thought both you and Aaron had been killed in the mansion attack. Where the hell have you been? Где тебя носило? I don't know. Не знаю. You don't know. Fine, forget it. Far be it for me to pry about where you've been for the last fucking year. Каким дерьмом ты страдал целый год? I don't have time for this. Из-за того мне сейчас особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Thanks to this gloom sickness, not to mention the thief taker general's black tax squeezing us. Из дельцов вроде тебя кровь пьют. If you got a job, если у тебя есть дело, так давай говори. А ты уверен, что справишься? Okay. Ладно, so вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. I need you to obtain a ring for me. Getting married? Женщина, что ли? Never again. Одного раза хватит. Дрянная птица, клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. Я думать, кто за тебя будет. I'm running out. У меня все пальцы в бинтах. И в наколках, как я повезу. Работа, Бас. Belongs to a guy named Cornelius Greaves. One of those hoity-toity types who doesn't have any shit on his Точно, его носит некий Корнелиус. Here you go. Глава Ордена Магов. What's the catch? В чем подвох? He's dead. Он мертв. I'm a thief, Basso, not a grave robber. Я вор. Only recently deceased. Он умер недавно, как мне сказали, и никогда не снимал кольца. Doesn't seem much of a challenge. Вроде ничего сложного. Сложность его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. Rumor has it they've been taking bodies. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ шелковых ям. Там почему-то полно стражи барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не понимаешь, не облажаешь. Ну да, да, да. Дуй отсюда. И выходи через дверь. Ладно? Still. Рад был тебя повидать. It's good to see you. I have something that might interest you. Вы можете выбрать дополнительный заказ у Баса, навещая его время от времени. Hope it's not the gloom. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Так, а я пока пополню запасы у торговца.